Кевин? Джейкоб, Крис, здорово! Как дела? Это что за херня? Это не херня, это фуфик. Какой нахуй фуфик? Ну, может мне его застрелить? Не, он добрый. Сука! Опусти оружие, фуфик, фуфик, спокойно, не рычи, не рычи. Какой нахуй фуфик? Крис, убери оружие, он будет тиховать, пожалуйста. Как скажешь, ну, бля, это ты что? Посмотри на его рожу. Это себя-то видел? Что ты, блядь, сказал? Тихо, тихо, фуфик. Какой-то голос так, у тебя знакомый. Подождите, успокойтесь. Фуфик, давай не груби моим друзьям, хорошо? Они добрые. Давай просто расскажем про тебя и все. Все хорошо, фуфик? Все, успокойся. Бля, Кевин, ты понимаешь, мы тебя искали здесь, а ты, блядь, с Виндиго бухаешь. Ты че, еблан? Фуфик не бухает, фуфик выпивал. Я ему рассказывал про вино, про виноделие в Испании. Я его еще, кстати, научил рыгать. Мы, блядь, слышали на всю шахту, сука, слышали, ха-ха, Фуфик красавчик, я знал, что у тебя хорошо получится, братан. Вот, да. У меня закипает голова, черт. Тихо, тихо. Бля, ты когда-нибудь такое видел? Ёпта, пиздец. Заткнитесь и слушайте меня. Я не один из, как вы их там называете, Виндиго. На самом деле это дух, который вселяется в тело измученного голодом человека, если то Виндиго заставляет мутировать его тело. Я еще такой себе по мутации, но есть и более большие особи. Есть особи, у которых такое же зрение, как и у меня. Кевин подумал, что я его не увижу, но он ошибался. На самом деле я забрал его, чтобы вы пришли и помогли мне в одном деле. Охотник знает про пещеру. Я видел, как он ходил там, но потом стремительно ушел. Их там куча в этих пещерах. Есть сердцевина, где живут все. Они не трогают друг друга, но могут и убивать друг друга. В основном они, как попугаи, повторяют звуки, голоса. Пытаясь заманить этим жертву. Но есть и разумные. Но они такие... Но они также агрессивные. Меня покинул Виндиго. Не знаю почему, но... Тело... Осталось прежним. Насчет дела... Охотник все знает. Знает, как добыть взрывчатку. Притащите ее сюда. Мы завалим эту чертову пещеру. Они там подохнут с голода. Они меня вымораживают. Нужно их искоренить. Солнечный свет. Мутация глаз позволяет мне видеть в темноте. Но не днем. Я останусь здесь. Жду вас. Охуеть, что это вообще было? Блин, я, может, просто сплю? Слушай, можешь меня немножечко щипнуть, не знаю, там? Я, блядь, сам не понимаю. Вы как будто вы впервые сиськи увидели. Ой, бля, у меня голова даже поплыла немного. Ох, так, это, куда это мы держим нормально. Путь? На завод? За взрывчаткой, да? Слушай, ну, а мы пешком-то, думаешь, доберемся вообще? Я вот не знаю, потому что... Он далеко вообще? Да. Я думаю, мы скорее замерзнем, чем... Дойдем до туда, черт. Блин. Ну и что делать-то? А, кстати, ребята, а что это за зданица-то вообще? Это отель какой-то, нет? Ну, как бы да. Ну, я тут не был. Ну и ни как разу. Бы нет. Хочешь посмотреть, что там? Ага, давайте-ка заскочим. Кевин тут, помню, один раз устроил кое-что, и там внутри все сдохли. Ну, смотри. Ух ты, ё-моё. Стойка. Снаружи выглядит, блять, как настоящий отель, а внутри какая-то. Может, это прикрытие хрень. Какое-то, не знаю. Типа. Не знаю, может, просто не достроили. Не знаю.
А вот ящичков-то тут много, кстати. Может, посмотрим? Вы не осматривали, нет? Не, мы вообще не смотрели. Просто прошли, тут увидели карту. И вот. И все. Кстати, я понял. Вы, короче, молодцы. Кевин, блядь. О, вот этого не было. И вот этого не было, смотри. Чего? О, карту спиздили. Ой-ой-ой, так, кто же спиздил? Ну что, чё в ящиках? Сейчас. Я еще. Надо реально посмотреть, что в ящиках, потому что мало ли там может быть что-то быть. Ну что? Нихуя. Ну-ка. Зачем так высоко забираться? Опачки. Я уверен, что гаечный тут ничего нет. Ключик. Чего? Гаечный ключик я нашел. Гаечный ключ? Да, уже хорошо. Ну, неплохо, типа, можем уже открутить. Ну, не руками же голыми. Так. Окей. Давай-ка посмотрим, что вот в этих ящиках. Че тут? Так, могу тебя обрадовать, что в одном уже есть разводной. Разводной? Вау. Так. Гаечный, разводной, вот это круто. А тут что? Как будто все. Тут, думаю, ничего нету вообще. Тут у нас Фомка лежит. Фомка? Да. Ну, типа, чё для машины Фомкой делать? Да ничего, вроде. Ну насрать, блин, пригодится. На окей. Всякий случай. Давай так, тогда посмотрим, вот чё. Не знаю, думаю, здесь пусто. Слушай, как будто кто-то... Вы как будто вообще ничего не осматривали здесь. Ну, блин, чувак, ну первый ну, раз так... пришли такие, типа. Ну, ё-моё. Чё-то обвалилось с потолка, наверное. Ух ты, ёб твою. Ух, ёб. Чё такое? Чё нашёл? Всё. Мы едем. Едем? Мы едем. Ты что ты нашёл? У нас есть паяльная лампа, чел. Покажи. Всё. Покажи. Реально? Смотри. Паялка? Нихера. Типа... Вау, вот. Чувак, мы сможем... Мы сможем дно при этом... При... Обратно. Да, я и про что говорю. Если там днище полностью обвалилось, то... Чёрт, всё, да, но... чил, пошли. Кевин, ты где? Кевин. Блять, куда он пропал лично? Кевин. Блять, куда что он делся? Что случилось? Кевин. Куда-то Кевин пропал. Блять. Бля. Кевин. Может, он вернулся к своему другу, нет? Собутыльнику, ага. Не, конечно, было бы неплохо, если бы он там посидел, потому что, ну, не будет лишним мозгоёбли, но, типа, блядь, ну я всё-таки почти закат, нам бежать надо, считай, типа. Ай, чёрт. Привет, пацаны! Ты чё, дебил, ты чё залез? Слезай давай. Ну ладно, ждите. Поиграть захотелось, да? Пиздец. Кевин, ой, это, нам бежать срочно надо, мы нашли все детали. Да мы тут, нормально, все, я тут. Ха-ха-ха, привет, пацаны. Короче, Кевин, мы нашли паяльную лампу, куча всяких инструментов, и мы можем просто машину залатать. Да чё, все, тянем, вон, закат, побежали быстрее. Я думаю, ему всё равно. Побежали, закат. Неважно, короче, давайте побыстрее дойдем. Сколько до твоей будки, Крис? Ну, я надеюсь, минут за 15, за 10. Минут за 15? Если побежим. Ебать, если побежим, то возможно. А, давай, давай, ладно. Давай. Шоу Бенни Хилла! Тум-тум-тум. Чёрт, как-то вы быстро. О, почти прибежали. Ты вы как там? Нормально всё. Бля. Первых нет, и отстающих. Слушай, уже закат, поэтому надо торопиться. Смотреть что да как. Я думаю, завтра будем это... ремонтировать тачку, да? Ну да, гаража-то у нас нет. Да, гаража-то нет. Ребята... Чего, блядь? Кто угнал... машину? Какого чёрта? Тоть, я понял. Скорее всего, просто закопали. Так, у меня есть лопата. Блять, куда делась машина? Кто ее... Блядь. Ёб твою мать. Крис, кто я её... просто уже не удивляюсь, потому что... Блядь. Стой. Говорящий Виндиго. Смотри, блядь. А?
Это она. О, черт. Ее что, перегнали, что ли? Погоди, но она... Крис. Смотри, она целая. Крис. Она, блядь, целая. Крис. Вот твой дед бы рад был. Блядь. Парни, вы понимаете, что здесь происходит какая-то хуйня?